Давайте. Как вас звать? Роман Ильич. Роман Ильич, давайте протокол составим. На кого? Да, на меня. Зачем? Да просто так. Просто так? Да. Водительская сумма. Ну давайте, не, протокол будете составлять? Я хочу в суд зайти. Давно в суде не были уже. А то кто у нас там в Артеме, кто у нас обосрался там, какой там ваш гаишник в Артеме? Дамир, перед Дамиром он там все хотел, выпендрился, проиграл он суд. Вот. Будете составлять? За что? Я передаю вам документы. Да, давай за ремень, давай за ремень. Один за ремень уже выписал. Суд запомнил. Будете выписывать? Посмотрим. Да не надо смотреть. Я вас хочу, чтобы вы выписали мне протокол. Зачем? Все, в суде потренируемся, как вы заполняете. Хорошо? Хорошо. Точно? Хорошо. Заполнять будете? Да. Все замечательно. Лежите, водительская. Сорик. Можете за страховку выписать еще. Нету страховки. Можете выписать. Так я проверю. Проверяйте еще. Ваше есть. Право, я ж не могу вам сказать не проверять. Есть, проверять. Замечательно, замечательно. Если вы оборудованы еще. Я ж только за. Видно? Может, отъедем чуть-чуть, а вы прямо на дороге стоите. Переживаю за вас, чтоб не сбили. Нормально? Не переживаю. Не переживать? Хорошо, не переживаю. У меня там пару вопросов насчет ваших машин будет. Еще раз. Кто водители вот этих машин? Вот тех двух. Смею, я это открою. Штрафики им выпишу. Берет, не берет? Не берет. Не берет? Или никак? Как прослушивать? Что, что говорит? Водители, кто вот этих машин? Ну вы не водитель? Я тоже водитель. А, вы водитель машин? Да, надо бы протокол выписать будет. А мигалочки не горят. Должны гореть? Да, обязаны гореть. Вы сказали, что спецоперация у вас. Знаешь? Операция каждый день проходит. Не, не каждый, меня про сегодня интересует. Я говорю каждый день. Здесь операция. Вообще в принципе нельзя стоять. Кто? Я говорю, по правилам. А если у вас спецоперация, должны гореть. Нарушаете? Я вот такое прочитали, что когда именно спецоперация, должны гореть. Обязаны гореть. Мигалочки должны гореть. Сервер недоступен. Здесь не хочет проверять вашу страховку. Да я знаю. Нет, там есть. Можете на слово поверить мне. Можете проверять, мне все. Может, говорите, нет. Я ж не сказал, что нет. Выписывайте. Я же говорю, выписывайте. Ну вы же можете сомневаться. В заблуждение меня вводите, получается. Я в заблуждении? Да. Нет. Ну ваше дело проверить, видите, водители бывают часто врут, вот, обманывают. Огнетушитель, аптечка у вас есть? Давайте проверим. Давайте. Вы верите мне на слово, что у меня есть? Не, вы поверите? Вы сказали, вам нельзя верить. Да. Мне нельзя верить? Да. Я говорю про водителей. Что еще? Момент.
Ну. Запись началась сразу. Да. Что? Огнетушитель. Есть. Проверяйте. Вас? Показывайте. Вы не обязан. Предоставили. Не обязан. Показали огнетушитель. Не обязан. Не обязан. Аптечку вы показали. Я не обязан вам ничего показывать. Даже я могу даже с машины не выходить. Если у вас сомнения, вы пишите протокол. Все. У меня сомнения, вы должны показать. Я не обязан вам. Вы можете просьбу сказать. Вот страховку вы не обязаны показывать. Еще раз говорю, я что-то нарушил? Спецоперация. Что за спецоперация? Перевозчик. Кто? Перевозчик. Перевозчик? А какое отношение перевозчик имеет огнетушитель к этому самому? Это мне основание к остановке. Я вас основание? Назвал перевозчик. Основание перевозчик чего? Да. Перевозчик чего? Разъясните мне. Что? Перевозчик чего? Извините. Перевозчик грузов? Не только грузов, пассажиров. Пассажиров. Да. Вот. Ну, а что, мне нельзя в легковую перевозить пассажиров? Можно. Есть всякие разные лица, которые находятся в розыске, например. Ну, нет? Если у вас есть сомнения, проверяйте. Кто-то может быть схож по ориентировке. Ну, так надо сначала общество материалы, наверное, составить, а потом проверять. Я сначала, наверное, остановил. Вы меня спросили, почему я вам назвал, почему, правильно? Нет? Вы пообещали выписать протокол на меня. Так надо же за что-то выписать, правильно? Вы же говорите. Давайте за что-нибудь. За нарушение за какое-то? Ну, покажите, пожалуйста. Я не обязан, отказываю вам. Что дальше? Да, отказываюсь. Подавать багаж. Хорошо, жду. Мне понравилось, как вон тот старший лейтенант подошел, посмотрел, улыбался. Что-то уже говорит. Сейчас будут договариваться. Ну и нахрен, скажи, ты что делаешь? Зачем? Зачем? Совещание идет. Сейчас он его проинструктирует, скажет, ну блин, хорошо, что, ну иди. Ребята на совещании, сейчас инструкция будет, инструктаж. Думают, это называется, включаются мозги включаются. Включились мозги. Да! Без своего. Так, ну что, инспектор, так, показывает, да? Да, инспектор. Инспектор решил о том, что у меня все в порядке, он извинился, что остановил, был неправ, и поэтому в этом случае принимаются правильные решения, когда водители, которые не нарушают правила движения и соблюдают все законы и стараются соблюдать, не нарушая при этом. Всем доброй скорости.